тренировка плеч, как и обещали, Александр. Многие просили, многие ждали. Привет, Ижевск. Вчера ноги делали. И, честно говоря, было не до трансляции. Видео не удаляются, они сами пропадают в перископе. И мы их потом закидывают на, будут закидывать в Ютубе на канал Body School. Так что ждите. Вам тоже доброго здравия. Всем привет. Сегодня качаем плечи. Сейчас увидите, как мы начинаем. Задняя дельта у нас в приоритете. Валикум салам. Обратите внимание, как бы сначала делает короткие повторения. Привет. Привет. Сначала делает короткие повторения. 10-15 коротких повторений для того, чтобы вкачать мышцы побольше крови. Вот. Сделал. Немножко вкачал. И теперь пошли работать. Хорошо. Задняя дельта в приоритете. Самый важный пучок. Поэтому изолированно начинаем сначала работать на него. Пару упражнений делаем для заднего. Да, я всегда начинаю с заднего пучка. Всегда каждую тренировку дельты. Да, стоит качать переднюю дельту по-любому. Руки немножко согнуты, вот, если видите, чуть-чуть угол есть в локте. Сегодня, скорее всего, сделаем два упражнения для задней дельты. Вот сейчас будет отведение в пэк дек. Если мы сейчас все будет, сделаем правильно, вы увидите, буквально через 3-4 подхода задняя дельта будет прям торчать назад. Как будто она у него сейчас не торчит. Нет, он будет торчать еще сильнее. Если такого тренажера нету, то на гантелях вот сейчас. Сейчас мы покажем вам, как на гантелях сделать мах. Да, сейчас второе упражнение будет со свободным весом, так что у кого возможности нет, на бабочке. Обратите внимание, трапеция полностью расслаблена, ее прям даже не видно. Зато вот задняя дельта. Лямки, да, они как бы, ты не отвлекаешься на хват, на удержание веса и можешь сосредоточиться на работе мышцы. Здорово. Сейчас все покажем со свободными весами. Перед тренировкой не надо ничем вкидываться. Покушай за час и все, хватает. Да, конечно. Работаем строго до отказа. Как бы смысла, если есть еще пару-тройку подходов. Да, конечно, девочкам тоже надо прокачивать. Задний пучок в том числе. Вот, потому что плечи должны быть округлые, красивые. Подходов мы не считаем. Сейчас сделаем, я думаю, штук 4-5. Посмотрим, как пойдет. Вот. Мы начали вам сразу показывать с рабочего сета. До этого было два разминочных, мы их даже не считаем. Как видите, чуть-чуть маленькая задержка есть в верхней фазе. Отводит. Короткая пауза, растянул, раз, почувствовал, растянул и сразу идет. На кроссовере, да, легко. Если умеете почувствовать нагрузку, на кроссовере великолепно можно выполнить это упражнение. А
у меня спина идет задней дельтой тоже, у меня две тренировки задней дельту. Вот. Я качаю сначала дельту, потом спину. Да, тренировка началась задней, в толстовке, ну, как бы сейчас прохладно на улице, вот у нас снег. Мы сейчас немножко согреемся и потом уже, конечно, да, резко делает, конечно. Он когда приехал только в Краснодар, он все тянул, все тянул. Я ему даже говорю, делаешь слишком красиво. Я говорю, ты, говорю, слишком красивый. Вот это вот. Так просто, мышцу не растут просто. Я просто сам красивый, я не знаю, что делать. Она мощнее работает. Вот излишняя нежность в тренажерном зале ведет к забвению. Красавчик. Я 3 раза поел. Адам, ты уже сколько раз поел сегодня? Блин, я даже не знаю. 5 мы уже вкинулся. Да. Середин... Я 2 раза только макароны поел, 2 раза кашу поел. 1 раз чисто мясо поел, 2 раза коктейль выпил. Что получается? 6-7. Делаю просто чисто взмах. Плечи уже закачаны. На среднюю покажем сейчас чуть попозже, ребят, чуть терпения, только начали. Сейчас все будет. Алейкум салам, Азон. Здорово, Сучи, здорово. Вот это тоже такой прием, когда уже забивается, делают короткую паузу, секунд 5, и потом еще повторов 5 без остановки. Сейчас покажем средний пучок. Спрашивают, в этом упражнении хват нога горизонтально. Поехали. Ну, на самом деле хват мало чем будет отличать упражнение, если у вас правильная позиция локтя. Вот сейчас я на Руслане покажу. Сейчас он возьмет вес. Вот чуть-чуть просто оттяни, вес даже поднимать не надо. Вот чуть-чуть. Вот если у вас локоть находится выше кисти, то это правильное движение. Многие делают вот так, так дельта уже работать не будет. Надо приподнять локоть, чтобы вышла задняя дельта. Если вы это условие соблюдаете, вот смотрите, я даже давлю, оно сейчас закачано кровью, видите, появляются пятна. Если вы это условие соблюдаете, то у вас задняя дельта будет работать. Главное, чтобы локоть находился выше, чем кисть. Развернуто. Не за что. Спрашивайте, по дельтам спрашивайте, как бы, все в тему. Мах. Плавно. Мах. Исправить искривление позвоночника навряд ли, валикум салам. Но как бы прокачать мышечный корсет, обхватывающий позвоночник, и снять нагрузку с позвонка и стать здоровым человеком можно вполне. Нет, музыка играет как бы, просто музыка, честно сказать, немножко такая не хардкорная у нас взяли сегодня. Как бы, ну нормально. Давай еще разок. Нет, все-таки дельты лучше пампом, чем большими, да, весами. Хорошо, просто смотрите, в чем суть. У меня сейчас стоит вес 60 кг, 65. Я делаю 10 повторений, у меня мышца отказывает. Делаю паузу еще 5. Если я сейчас накину больше, то я навряд ли смогу отвести чисто дельтой, потому что сил не хватит, я начну включать там трапецию. Вот. Поэтому как бы вес на плечи надо брать адекватный в этом смысле, чтобы не работать лишними мышцами. Если вес будет слишком большой, это все превратится уже трапу в сегодня. Такую, как, да, корявую тягу. Главное, чтобы вы чувствовали, что работает именно задний пучок. А поверьте, задний пучок, он небольшой, поэтому большого веса, в принципе, он взять не может. Привет, Хабаровск, привет.
упражнение. Суперсет, который я могу использовать как бы для себя, это махи в стороны и сразу жим на дельту из-за головы в смите. Как бы вот такой суперсет я иногда использую, а так больше нет. Комбинированные сеты я могу иногда сделать. Я могу сделать мах на заднюю дельту, и когда силы уже закончились, этими гантелями сделать немножко тягу. Когда мах уже не получается, сделать 3-4 повторения тяги, для того, чтобы дельту добить, потому что тягу делать легче, чем мах, вот, по технике. Поэтому как бы вот так вот, чисто чтобы доиграть мышцу. А чтобы там именно ходить, делать, как многие делают, три сета, там мах, потом пошел заднюю, потом пошел, нет, не делаю. Я конкретно долблю один пучок, додолбил, перехожу к другому. Поехали. Жим Арнольда тоже спрашивает. Жим Арнольда — хорошее упражнение, да? Хорошее упражнение, как бы. Главное, чтобы по технике выполнялось хорошо. У меня плечи идут отдельно. Вот, я плечи качаю отдельно, потому что она у меня отстающая мышечная группа, я пытаюсь ее развить. Вот. А с руками, ну, в принципе, можно. Все зависит от того, как у вас распределены другие мышечные группы. Главное, чтобы у вас одни мышцы не какали на другие. Если у вас сегодня плечи с трицепсом, а завтра грудь, например, то это глупо. Если у вас плечи с бицепсом, а завтра спина, то это тоже глупо. Если у вас плечи не приоритетная мышца, и она у вас в самом конце сплита идет, к примеру, у вас последняя тренировка — плечи и руки. Почему бы нет? Первая будет ноги, у вас будет день отдыха, потом день ног, еще один день отдыха, и уже другие мышечные группы. За 3 дня и плечи, и руки должны восстановиться. Нет, по фарме я не делаю трансляцию. Как сделать трансляцию по фарме? Поставить перед вам препараты, зарядить все это, да, напичкать Руслана, сказать, вот, посмотрите. Вот фарма, он мне, короче, насильно ставит и все, да. Изрезал меня. Как вы себе это представляете? Можно взять оператора из ГНК с собой тоже. Пускай постоит, поснимает, порадуется. Бегает от него по квартире, он может, он ломится, короче. Да. Пытается, блядь. Последний сет сделали. Все, как бы по самочувствию плечи дошли, торчат, блин, дельты. Чёрт. Да, есть, видно, что пропустил. Да, только начал. Вот он, вот он. О, сейчас сделаем еще один и пойдем покажем с гантельками вам. Я не знаю, что здесь весов нет, мне даже взвешиваться не... Весы показывают погоду на самом деле. Да. Скажу вам так вообще, прекращайте смотреть на весы, смотрите в зеркало. Если вы становитесь красивыми, какая разница, сколько вы весите? Меня просто спрашивают, говорит, ты прибавил или нет, я говорю, даже не знаю. Ну, кушаю я здесь меньше, чем дома, сразу скажу, потому что готовлю сам, иногда лень, иногда там чуть не успеваю. Поэтому с едой чуть бардак получился. Общую калорийность резали? Да, макароны тоже на ночь не дают кушать. Тренер садись вообще. Да, хочешь дельту кали, в попу, куда угодно. Особо разницы нет. Ну, скажите, у кого не отстает задний пучок? Он отстает у всех. Как даги нет. У меня в зале есть этот тренажер. И во всех залах он, во многих есть. Вы просто, наверное, не знаете, что бабочку давай, можно... Давай, делать. Даги делаем последний сет. Зал называется City Gym на Богатырева 44B. Нет, 4B. Это, наверное, тебе вопрос. Нравится Краснодар? Переезжать не собирается? Переезжать не собирается. Переезжать, говорит, не собирается, но Краснодар нравится. И со спиной можно, в принципе, и трицепс, и бицепс. Еще раз говорю, смотря как вы комбинируете другие. Пью постоянно, пью. Пью постоянно.
Зал называется City Gym в Махачкале. Нет, когда ноги тренирую, во время тренировки я не пью. Я терплю до последнего, потому что пока не сделаю самые тяжелые приседания, выпады, жимы, стараюсь не пить. Ну повернись боком, покажи дельту. Нет, тут и задом. Вот. Вот так, стой. Вот задняя дельта, как бы видно, да, что она припухла. Вот, хорошо. Сейчас пойдем ее на гантелях добьем. Для аппетита, я думаю, для аппетита самое лучшее — это настроить свое питание. Не есть после 6 большое количество углеводов. Вот, после 6 переходить на белок. И тогда утром у вас будет хороший аппетит. Конечно, если вы на ночь грузите углеводы, вам будет тяжело утром просыпаться. Аптечное для суставов. Скажу сразу, что всякие препараты, которые вы принимаете орально, не помогут. Только прямые инъекции в суставы или околосуставные инъекции. Только так. По-другому суставы вы не вылечите. Нет, не простыл. Вчера качали ноги, и у меня, и у Руслана голос на нуле. Уже он орал на меня, да, я сегодня ему звонила мама и говорит: сынок, ты простыл? Он говорит: нет, я тренировался. Она говорит: не обманывай маму, ты, наверное, простыл, не хочешь меня расстраивать. Если тренировка вечером, да, можно после тренировки немного гречки или хлебца. Да, немножко углеводов после тренировки. Фруктов там, не тяжелых. К творогу как Адам относится? Я кушаю просто для того, чтобы немножко разнообразить рацион. Да, для него это как десерт. Да, как продукт для наращивания мышечной массы, я его не признаю. Дорогой, за эти деньги можно купить все лучше нормально. В Ютубе есть тренировка ног. Тренировка на голодный желудок, Адам, ты признаешь такой? Да. С утра? Да. Адам говорит да. Расслабленный трапец. Нет, я не уступаю. Я для себя занимаюсь. С моей формой куда уступать? Угол. По 10, наверное, да? Ты почему угол? Угол скамьи высокий, потому что от угла на самом деле мало чего будет зависеть, если опять же правильное положение локтя. Если вы посмотрите, Руслан поснимает спереди, видно, что работает задняя дельта. Если лягу слишком низко, то есть такой момент, что тоже можно протягивать центральной частью спины. Привет. Вот, поэтому как бы от угла сильно значения иметь не будет, если правильно идет положение локтей и работа задней дельты. Вот, если вы видите, все как бы предельно ясно. В зеркале видно хорошо. Пучок задней дельты. Вот он включается. Работа идет нормально. Ну, работа на голодный желудок, тренировка. Ну, кардио же вы делаете на голодный желудок. Почему бы не сделать также тренировку? Адам, почему тренер ног не грузит? Не знаю, почему не грузит. Почему в поясе у него потянута спина? Так, смотрите, вот сейчас Филиппонат, вот сейчас он уйдет в бан, вот, если еще раз будет умничать. И умнички тоже такие будут уходить в бан. Вот, вот смотрите, один, смотрите, улетел. А стоя, просто дело в том, что стоя будет очень сильно нагрузка на поясницу. Да, в Light Fit вчера были, тренировали ноги.
У него немножко болит поясница, но тем более вчера его еще заприседали очень сильно, поэтому он сегодня намазался кетоналом и надел на себя пояс. Держи. Я чуть больше возьму. Я тебе уберу, потому что меньше. Там один хотел меня в интернете разъебать. Ого. Да, у меня каждый день целая куча людей, которые в день по 5 раз вырубают меня в интернете. Уже лет 10, наверное. Последние лет 10 у меня каждый день куча. Ты, наверное, поэтому быстро заблокировал, чтобы он тебя не нашел даже? Да, они вырубают меня в интернете в день раз по 5, наверное. Поэтому в интернете я как бы не авторитет. У меня 1500 штук. Не, я тебя тоже, кстати, с клавиши пробел выстегну, так что ты мне... Нормально. А грудь где? Вот сбоку. Давай еще сет. Гантели сейчас 14 у меня и 10 у Руслана. Сейчас, если он второй сет хорошо справится, я думаю, мы ему побольше дадим гантелю. Обратите внимание на положение руки и локтя, да? Локоть идет высоко, чисто даже по углу отсюда видно, что задняя дельта включается по полной. Привет спортсменам. Мах, отлично ложишь. Угол. Я думаю, здесь не 45, чуть меньше. Больше 35, здесь немножко странно угол поставлен. Я думаю, градусов 35-40, наверное, скамья получается. Чуть-чуть до 45 она не дотягивает. Здесь вообще на скамейках странный угол. Нет, ну как градусов 60-90, это прямой угол. Вы думаете, что здесь я почти ближе к 90? Я думаю, здесь наоборот минус. Я думаю, это чуть-чуть меньше, чем. Смотри, вот, да? Подержи. Покажи скамью. Смотри. Я думаю, 45 это примерно вот здесь. Да? Вот угол 45, получается вот 90. Правильно? У нас получается где-то 40. 45 вот так. Ни туда, ни туда. Видишь, ни в хрен не в рот. 35-40 примерно. Да это не особо принципиально, под себя просто. Да, я могу точно так же сейчас положить скамейку, например, еще ниже. И вы увидите, что дельта будет работать точно так же, абсолютно. Как бы от этого сильно не будет зависеть ничего. Если вы контролируете работу дельты, будет то же самое. Обратите внимание. Гак сейчас привезу через месяц. Уже заказали. Подходы, честно говоря, не считаю, но около 5, не меньше. Это в Краснодаре сейчас мы взяли.
Нет, оставь. Сейчас добьем заднюю. Угол можешь повыше сделать. Сейчас добьем заднюю, перейдем на среднюю. Нет, маленькими добить. Зачем? У нас же еще будет. У нас еще будет работа, поэтому смысла маленькими не вижу добивать. Не спеши. Мах. Растянул. Мах. Растянул. Мах. Позвоните, наберите клуб Олимпия Краснодар, позвоните и узнайте, сколько стоит абонемент. Я же не на рецепции сижу. Мах. Еще разок. Отлично. Пообщайся с ними, я сейчас перевезу. Упражнение, да. Ну, в прошлый раз мы сделали 2 на заднюю дельту. И разводки в сторону, протяжки. И 3. Эти видео потом на канал Body School заливаются в Ютубе. И еще один канал Качать, как хочу, называется, там тоже есть. Так, я 15 лет уже, Адам тоже, столько же занимаюсь. Да, набрал, сейчас, в одно время вообще чуть залило меня. Адам мне поставил, где-то почти 600 грамм углей в день кушал на протяжении 4 недель. И сейчас сюда приехал. Чуть меньше. Сейчас среднюю сделаю. Перед тренировкой ничего не приняли из спортбита. Да, длинные угли. Во время тоже... Да, доктор Джекил только выпили для пампа. И после тренировки сейчас аминокислоты, глютамин, БЦА, и потом минут через 15 креатин. Ой, этот протеин. С Адамом, конечно, интересно заниматься. Это вообще. По моей довольной роже, по-моему, так все видно. Сейчас покажем среднюю. Пришло время покачать ее тоже. После нее только пойдем делать жимы. Не, он сегодня не кричит, наверное, потому что у меня все получается. Да, сегодня все хорошо. Ну, пока не сгласть, сейчас все впереди. Средний пучок в кепке, потому что нравится. На ПКТ лучше базу делать в основном, побольше силовых. Икры небольшими весами намного повторений делают. Сейчас он закончит ответить. Скажите мне, что выиграл Рич Пьяно. Потом можно уже будет проговорить про Рич Пьяно. Чемпионат Синтола. Да, или хоть одна мышца на его теле, которая есть, которую он накачал, а не вколол, блин. Спрашивают, почему сидя, не стоя. Разница. Какая разница? Мах, он и в Африке мах, сидя, стоя.
абсолютно. Мы рады за тебя. Давай. На плечи у меня, блин, не знаю, я вообще очень люблю тренировать плечи. Любимая тренировка у меня дельта. В кепке, нравится в кепке. И мах, плавно. Мах, плавно. Мах, немножко горбатый. Да, чуть ровнее спину. Пауза. Мах. Мах, парни. Что сидя, что стоя, одно и то же абсолютно. Никакой разницы нету. Читинг можно делать и сидя, и стоя. Если вы хотите нарушить технику, девушка, а вы надолго туда? Просто мы хотели сейчас там делать, а минут 20 это очень долго, девушка. Читинг, если вы хотите сделать стоя упражнение, то читинг вы по-любому сделаете. Если хотите сидя, то по-любому сделайте сидя. Все зависит от желания, а не от того, как вы, в каком положении вы. Девушка, постарайтесь не задерживаться. Побольше надо, да? Ушло 15 тяжелых лет. Из них 10 тяжелых и 5 очень тяжелых. Сидя, вот чисто по моим ощущениям, просто чем больше точек опоры ты отключаешь, тем легче сконцентрироваться. Можно делать приседы, если есть плоскостопие. Гиперэкстензию можно делать. Так. Умники ушли. 31 год ему. За полгода невозможно нормально прокачаться. Даже не нормально. Даже не нормально невозможно. Ребят, не ставьте год, полгода, не ставьте себе эту рамку. Идите качайтесь. Ну, если возможно, то давай, ждем тебя через год. Вот такие вот оптимисты, знаете. Это хорошо, когда я сделаю, я смогу, я могу. Молодец, это хорошо, смотивировал. Но адекватность-то должна быть. Ну, год, парни, это очень мало. О, нет, хоть чутка, ну хоть немножко, конечно. Ровнее. Не спеши. Давай, давай, давай. Еще. Давай, накачивай. Пауза. И. Отлично. Да, все зависит от положения локтя. Смотрите, если вы находитесь... Вот положение, да? Обратите внимание, локоть немножко наверху и рука развернута вниз. Средняя дельта видна сразу. Если... Вот.
Вот. Если вы разворачиваете кисть, то уходит средняя дельта. Сейчас буду банить. Сейчас буду жестоко банить. Если вы разворачиваете локоть, то тоже уходит средняя дельта, включается передняя. Поэтому, если вы все точки опоры держите правильно, то будет работать чисто средний пучок. Все зависит от положения локтя. Спину сорвал в 19 лет. Еще 12 лет назад сорвал спину. Держи. Питаемся едой. Чем еще питаемся? Ты знаешь людей, которые чем-то другим, что ли, питаются? Я чуть изменил бы вопрос. Не без стероидов, а без того, чтобы рвать жопу. Без дисциплины, без настойчивости. Нет, вход будет платный, наверное, 200 рублей, скорее всего, будет. Пресс? Там пресс весь в венах, блин. Один день. В это воскресенье, скорее всего, в следующем. Вечером будет семинар. 200 рублей будет вход. Сейчас в Инстаграме запустим сегодня-завтра рекламу. Давай еще один махнем. Болит шея при работе с гантелями. Нет, семинара перископа не будет. Это будет чисто в зале. Как раз ждали. Я соревнуюсь, да, нет, ну, выступает Киркоров и Кобзон, я соревнуюсь. А Руслан нет, Руслан просто тренируется. Спасибо. Нет, сейчас тренируемся 5 раз в неделю. Лучше всего хорошая разминка по-любому. Вариантов нет, надо разминать хорошо дельту. Ну и посмотреть немножко за техникой. Я бы посоветовал все-таки постараться работать на более большое количество повторений. Суперсетом и трисетом на плечи. Я уже отвечал на этот вопрос. Я не делаю. Зал. Вот. Хороший зал, в принципе, все, что надо, есть. Да, я готовлюсь на весенний сезон. Спина 2 раза в неделю. Я ее чередую на 2 тренировки. Верхние тяги и тяги к поясу. Сейчас будем делать жимы на дельту. Думаю, будет интересно. Посмотрите на технику. Тренируюсь где-то 2 часа, 1,5-2, смотря какая тренировка. Чем больше согнута рука, тем больше точек опоры, тем больше можно поднять вес, но тем меньше вкладывается нагрузка в мышцу. Как бы с согнутой рукой угол намного легче, чем с прямой. Когда прямая рука, дельта лучше работает. Будем делать жимы. Давай я настрою. Руслан, возьми камеру. Переведи на меня. Вот мы сделали, в принципе, 3 упражнения. 2 было на заднюю дельту.
начали с пейп-дека для того, кто подошел попозже и не увидел. Сделали пейп-дек, потом добили заднюю деку гантелями. В принципе, одно и то же упражнение. Вот. Вторым сделали махи. И вот только сейчас переходим к жимам. Кто задавал вопрос, у кого болят плечи на жимах, попробуйте начинать работу с изоляцией. Это гарантированно доведет вас до жимов с очень горячими, хорошими мышцами. Потому что разминка разминкой, когда вы сделаете 5-6 настоящих рабочих сетов, конечно, тогда уже сустав будет совсем по-другому разогрет. И я думаю, болевые ощущения будут намного меньше. Мы не курим и ни одну сигарету в день не выкуриваем. В день? В год, братан. Нет, у Адама не только много повторка, он все виды повторов делает. Да, такая, конечно, для натуралов тоже подойдет, какая разница. По фарме не задавайте вопросы, на фарму не отвечаем. 113 вес. До 100 килограмм можно набрать спокойно. Не пробовал тироксин, не знаю. Шикарное упражнение. И так можно делать. Если прям вообще новичок, то да, лучше базу. До конца не разгибать. Давай раз на 20. Нет, руки до конца не разгибайте. Поехали. Бицепс и трицепс. Ну там на самом деле можно много чего совмещать. И выдох. Обратите внимание сейчас на ритм. Плавно раз и раз. Самое главное в ритме. Раз. И раз. И раз. Сразу. Выдох. Сразу. Когда делаете какое-то упражнение, очень большое внимание уделяйте на то, какой ритм вы держите. Не заставляйте, как говорится, себя делать либо быстрее, либо медленнее. Выберите один ритм и работайте с ним. Даже если вы очень устали, старайтесь все силы вложить в то, чтобы не сбивать ритм движения. Еще один маленький момент, который люди упускают. Во время негативной фазы вы должны все-таки держать штангу, вы должны контролировать отпускание. Многие расслабляют руки, поддаются давлению штанги, а потом внизу пытаются ее выталкивать. Это неправильно. Если вы не будете работать в негативной фазе, вы не нагрузите мышцу нормально, настолько, насколько могли. Многим может показаться, что такой прием дает вам больше сил, да, вы можете больше повторений осилить. На самом деле это неправильно, это неверно. Каждое ваше расслабление, оно, если я с этим весом, например, отпущу штангу сверху вниз, да, и выжму, мне будет легче, чем эту же штангу поставить на плечи и толкнуть сразу с плеч. Потому что пока я отпускал, мышечный корсет напрягся и был готов сделать усилие. Если же вы, отпуская штангу вниз, роняете ее, вам потом в два раза тяжелее сосредоточиться в нижней точке для того, чтобы преодолеть силу притяжения, да, давление штанги. Поэтому чем ниже отпускаем, тем сильнее напрягаем, сконцентрированно выталкиваем. Обязательный контроль по мере всего движения. Блины по 15 килограмм. Блины по 15, да. И вот все упирается в технику.
парень с ником Гостюня, тебе правильно сказали, не надо здесь спрашивать и слушать людей, которые тебе сейчас будут говорить дозировки тироксина. Тебе все равно тебе никто не посоветует нормально, не играй с своим здоровьем. Поехали. Давай, пошли. Когда мы начали с Адамом только тренироваться, он мне сказал такую вещь. Ты, говорит, вес поднимаешь лишь для того, чтобы его отпустить. Поэтому негатив очень важен. И раз. Да, постоянно в нагрузке мышца. Обратите внимание, даже внизу, она не расслаблена, она жесткая. Здесь тоже жесткая внизу. Внизу она не расслаблена у него, даже когда он отпускает, сам вот плечо само напряжено. Я думаю, чуть-чуть меньше. Хорошо. Пятерку один. Сам еще. Можно десятку, кстати? Я 20 легко сделал прошлый. Сейчас до отказа сделаю. Спасибо большое. Вам тоже успехов. Роста, анаболизма. Посмотрим на Русланчика. По интенсивности, я уже отвечал на этот вопрос, как бы я стараюсь все тренировки делать тяжелыми. Зависит только от подхода к весу. Либо это будет большой вес на малое количество, но до отказа. Либо средний на среднее, либо малый на большое. Но все до отказа. Как бы. Идет вариация только работы на силу, на массу, на выносливость. Плавно раз. Ритм держим. Раз. Ритм держим. Раз. С варикозом сначала к врачу. Еще. Держи. Врач скажет, что делать. Еще. Держи напряжение. Держи, держи. Два раза выжми. Раз быстрее. Не расслабляй. Выжми до конца. Остановись. Вот сейчас он сделал паузу. Напряги медленно. Отпускай. Напрягай, 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 напрягай. Быстро. Держать. Заново выжил. Отпускай, отпускай, быстро один. Раз, быстро, 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 быстро. Закрывай. Отлично. Хороший сет. Вы видели, он держал ритм. А когда ритм уже сбивается, он уже не успевает. Нет, нет, сверху. Да, давай сверху десятку еще. Вот, когда он не успевает напрячься, уже когда сила на пределе, вот, если он не напряжется, то он просто не сможет пожать штангу. Поэтому делает паузу, секундную передышку, концентрируется и делает один повтор. Потом заново выжимает, опять концентрируется, напрягает руки, ноги, опять же ноги. Многие делают ошибку, жмут лежа или на плечи и напрягают только руки. На самом деле все тело должно быть напряжено. Если вы хотите преодолеть хорошее мощное силовое усилие, вы должны понимать, что вы сплошной фундамент. Вы должны быть одно сплошное целое. Если у вас где-то расслаблена хотя бы одна коленка, или там стопа не уперта нормально, вы просто не сможете сделать хорошее мощное движение. Поэтому, когда у него уже не хватает сил, и он не успевает сконцентрироваться, он останавливается, осознает то, что ему сейчас предстоит сделать, напрягается и делает один силовой повтор. Потом дает себе 2 секунды, чтобы заново напрячься. И так, ну, в принципе, пока не умрет. Как видите, вес растет, скажем, по подходу. Думаю, сейчас может раз 12 я его осилю, может быть чуть больше. Посмотрим. МРТ сделай, проверь спину. Так, как да, узнаешь? Знаете, я вам скажу. В интернете такие вопросы вам даже профессиональный врач не ответит, понимаете? Он надо пощупать, во-первых, надо посмотреть снимок, надо какие-то там анализы сдать, потому что, вот я говорю, у меня болит шея, там может быть что угодно, начиная от хондрозов, от простуды, от воспаления, от ущемления, от чего угодно может болеть. Руки телефон не держит. Oh!
сколько килокалорий. Не знаю, килокалорий не считаем, по граммам считаем угли, белки. Четко. Опа. Давай, 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 четко. Легко, 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 давай. Вверх. И выжал. Легко, легко. Оп. Оп. На видео не видно разве хват? Опа. Давай, 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 давай. И легко. Выжал. Или пятнашки? Давай пятнашки один. Посмотрим, что-то сделать. Белка. Блин, сейчас даже не считаем, если честно. Да, дело в том, что я сел на 300 углей. Меня начало быстро сливать. Я получил пилюлей от Славика. Вот. Получил 500 грамм углей. Ну, до 500 я вообще не дотягиваю, если честно. Вот. Ну, как бы... На самом деле, сейчас я просто смотрю на форму, вижу, что форма идет, поэтому особо не считаю. А хват, самый лучший хват, самый стандартный. Это если вы сняли штангу, отпустили его в нижнюю точку, и у вас локоть находится прямо под кистью. То бишь 90 градусов угол примерно в локте. Это самый-самый хороший, самый ходовой хват. Уже хват уже будет очень сильно грузить локти. Шире хват уже будет снимать немножко нагрузку. Поэтому самое хорошее, вот видите, у Руслана сейчас при хвате, вот в нижней точке, когда он отпускает, у него локоть прямо пропорционально находится под кистью. Вот это самый хороший хват. Остановись, закрой, можешь отдышаться. А разницы нету, закрытый или открытый на самом деле. Главное, чтобы, не дай бог, штангу не уронили. От хвата, от того, как вы держите штангу, работа мышцы не зависит. Как вам удобно. Вот Руслан держит открытый хват, если видите. Я, блин, я даже не могу сказать, какой хват держу я, если честно. Хорошо. Вот я сейчас просто подумал, интересно, как я держу. Я даже не знаю, я обхватываю ее или нет. Огромный привет Денису, если он с нами. Огромный. Ну, хорошо. Что, еще по разику? Я все время руку меняю. Телефон держу, беру то левой, то правой. То левой, то правой. Я думаю, сними пятерку, я с этим пожму. Да. Ребят, сейчас я сделал вот 15-2 десятки, последний подход. Вот, еле-еле сделал 12 раз. Адекватно понимаю, что сейчас я больше 10 навряд ли сделаю. Вот, поэтому пойдем, наверное, немножко вниз. Спасибо большое. Пойдем немножко вниз и поработаем, может, на те же 12, если повезет, 15 повторений. Опять же, вес для меня мало значения имеет. Главное это... Именно то, как я чувствую мышечную группу, которую тренирую. Для меня это главный момент. Че, поехали? Смотри, так. Сейчас, наверное, будем банить. Я не знаю, кому это пишется, но если вы между собой воюете, то не ругайтесь, да, не воюйте. Вот. Потому что ничего хорошего в этом нет. Будем банить. Да, чередуется и веса, и количество повторов. У тебя открытый был хват? А, да. Да.
Козырек помогает, да, сейчас козырек слетел, помощь ушла. Вот так. Четко. Давай еще один, наверное, десятку снимем тебе. Десятку снимем? Да. Да, если я буду до конца поднимать, вообще, если я выпрямлю руку полностью, вот, то нагрузка, пока у вас рука согнута, вес держит мышечные группы. Как только вы выпрямляете руку до конца, Руслан, выпрями руку до конца, выпрями, пожалуйста, вот, обратите внимание, вес упирается отсюда в сустав локтевой, отсюда в плечевой, мышцы расслаблены, когда рука согнута, точки опоры у суставов нет, поэтому вес приходится держать мышцам. Поэтому, поехали. Чтобы не давать расслабление мышцам, держим постоянно немного согнуто локоть. Как бы дело даже не в трицепсе. Выдох, ритм держим. Не за что. Выдох, напряг. Выдох, напряг. Сейчас потерпеть. Сейчас будет забивать, потерпеть. Выдох. Еще. Выдох. Еще. Спасибо большое. Выдох. Удачи в тренировках. Еще два. И еще раз. Да, конечно. За голову лучше прокачивается именно средний пучок и немножко заднего. Если вы перейдете штангу вперед, то основная работа ляжет на передний. Как бы, когда вы качаете за голову, передний по-любому работает. Вот. Но... акцент все-таки смещается больше к среднему пучку. Когда вы толкаете вперед, практически вся работа идет именно передним пучком. И это уже как бы совсем упражнение для совсем другого мышечного пучка. Еще. Если вы смотрели мои трансляции, за голову я жму только в смите. Только строго в смите. С гантелями. С гантелями. Блин. Ну, это надо только показать. Как бы. Руслан, давай им 2 секунды покажу, как с гантелей жать, раз попросили. Нет, я думаю, все-таки 4. Думаю, 4-дневный сплит, он в среднем неплохо подойдет как для людей, набирающих массу, так и для тех, кто хочет подсушиться. 3 все-таки, мне кажется, мало. 5 уже как бы это более профессиональный уровень. Я думаю, 4 самый оптимальный. А у нас в конце гантели не будет? Даже? Будет, но там передняя дельта, я им сейчас на среднюю покажу. На, сними мне. По краям. В чем основная ошибка? Многие делают вот такую хрень. Это не жим, как бы, да? Жим, представьте, выше подними. Представьте, что у вас в руках штанга. Если бы у вас была штанга, а не гантели, вы бы вот так вот не сделали. Все равно, что у вас штанга. Это значит снизу вверх. Для более опытных немножко можно дожать амплитуду в верхней точке. Вот как это будет выглядеть. Вот позиция гантелей, вот дельта. Вверх, вниз. Смотрите, не дуга, не вот такая вот разводка, как многие делают, а жим. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Для более опытных чуть-чуть довести. Все, это самое главное. А то садятся и начинают вот так вот сидят и машут, и думают, что это они жимы делают. Еще раз говорю. Даже если у вас рука в гантели, вы должны по технике сжать примерно так же, как сжали бы штангу. Какое преимущество дает гантели? Во-первых, шею не надо напрягать, можно просто сидеть ровно и сжать от ушей. Во-вторых, отпускание может быть более четкое.
в нижней фазе дельта немножко сильнее растянута, чем верхняя. Ну и более такое комфортная амплитуда движения вверху. Можно немножко дать статического сокращения верхней точки. Но как в этом и есть преимущество гантели над штангой. Но если брать как силовой снаряд, то штанга, конечно, более эффективна в этом плане. Да, протеин химик. Я ответил на вопрос? Ну что, переднюю дельту помахаем? Сейчас покажем, как долбим передние пучки. То же самое, сейчас будут спрашивать, почему не стоя, почему не сидя, потому что бережем. Да, пояси. Там из Краснодара. Мы в нашем случае будем беречь поясницу и работать чисто передним пучком дельты. Трапы, да, в конце будут. Еще икры будут в конце. Все, кто хотят икры, ждите. Икры будут. В принципе, та же позиция, что и с гантелями. Держим чуть узковатый хват и делаем подъем. Чисто передний пучком. Да, изолировано получается, видите, все точки опоры отключены, тянет только передняя дельта. Слушай, ты уже биг ланч надоел, честно говоря. Забанил? Да. Что хотел? Да, видно гормон, Коль, видно на фарме, видно это, видно то. А то, что качаемся, не видно. Да, то, что качаемся, не видно. Если неинтересно, выходим. Херню пишем. Ну, теперь пускай идет и на доче рассказывает. Не хоть не хочет учиться, как качаться, пусть идет на доче, учится, как колоться. Здесь включим пока. Как к доче отношусь? Привет, Таиланд. К доче, ну как, я уже говорил не раз. К самому порталу доча плохо. Ничего хорошего там не вижу. Как распределить? Уже много раз говорили на эту тему. А нет, с блином нет. Не нравится мне это упражнение. Сейчас зарядку подрубим. У нас батарея немного идет на спад. Поэтому, чтобы показать вам икры, трапы будут чуть-чуть позже. Я уже сказал, почему плохо к доче. А что вы там, спортсменов видели? Одни тролли. Шпана, которая только кроет матом все, что не есть вокруг. 1,5 миллиона человек на доче. Вы что, 1,5 миллиона спортсменов там что? Да, согласен, горизонтальный плохо растет грудные, поэтому я его почти не делаю. Опять ты нежно тянешь. Плавно. Мощный рывок. Вниз плавнее. Мощный рывок. Ну-ка. Тренировка со мной. Если человек живет где-нибудь в Уссурийске, к примеру.
На трапы все увидите позже. Посидите еще 5 минут, увидите трапы. Рывок мощнее на себя. Хорошо. Айс. Икры сейчас будут. Руслан, телефон поддержишь? Икры будут сейчас у нас, поэтому такая трансляция неинтересная. Мы тут около розетки сидим, охраняем розетку, зарядку. Резетку. Тренировка икр будет. Вот они, икры. Ждут своего момента. Это у тебя не икры, это у тебя болезнь какая-то. Такие, как кто-нибудь видел у людей. Какие-то, не знаю, инопланетные вставки. Борисов спрашивает, почему хват узкий, можешь пояснить? Это круче. Вообще, дельта, вот я по своему сейчас ощущению смотрю. Вот так меня видно. Вот, многие держат гантели так, если машут гантели. Многие держат так. Я всегда стараюсь держать по дельте. Если мы вытянем руку вперед, видно, что дельта идет под наклоном. Если я держу гантель ровно, то дельта идет под наклоном. Если держу так, дельта. Поэтому я стараюсь держать гантель, если это гантель, по пучку. Вот так. Как он развернут, видишь? Ну понятно, да, примерно? Потому что он идет немножко вот под таким углом. Вот. Когда я качаю лежа, если я беру широкий, я начинаю тянуть, у меня такое ощущение, как будто нагрузка в среднюю сводит. Когда вот такая тяга идет. А когда держу узким, я прям чувствую, как нагрузка идет отсюда, от переднего пучка вовнутрь. Поэтому передний пучок чувствуется намного лучше. Вот. Поэтому я просто реально, когда беру шире, я не чувствую пучка. У меня такое ощущение, что работает не передний, а где-то ближе к среднему. Поэтому средний держу узким. Full body отлично для начинающих. Да, если вообще высоко поднимать, то это уже трапеция включается. Где это? Ну, если вот высоко. А, нет, конечно, да. Спрашивайте. Просто смотрите, да, вот многие люди, когда качают пресс. Переведи на себя, я пока поделаю. Перед. Сейчас, пытаются ноги поднять высоко. И думают, что они этим лучше сокращают пресс. Это ошибка. Ноги довели примерно до 90, чуть-чуть. Как только сомкнулись мышцы пресса, как только живот сложился, это максимально. Когда вы начинаете дальше заводить ноги, они начинают на вас лежать, и пресс расслабляется. То же самое с передней дельтой. Получается, что вот в этом углу, вот в этом углу, да, середина нагрузки. Чуть-чуть выше, вот здесь, давление на дельту максимальное, да, вот этот угол. Чем я начинаю поднимать выше, тем давление становится меньше. Потому что
там просто стоит, понимаете, да? Поэтому вот здесь получается максимальная нагрузка. Еще чуть-чуть дожать пик, и можно опускать вниз. Все, что выше, вы уже расслабляете. Чем выше вы идете, тем больше мышца расслабляется. Поэтому как бы не давайте ей расслабляться, и все. Все будет хорошо. То же самое в махах в стороны. Да, для того, чтобы прокачать средний пучок, вот такого угла вполне достаточно. Он великолепно работает. Все, что идет выше, вы уже смещаете нагрузку ближе к трапециям, там, да, и ко всему остальному. Поэтому, в принципе, вот этот угол, этого вполне достаточно. Для того, чтобы работала именно средняя дельта, не включая трапециевид. Готов? Давай, расслабляй. А, блин! Поставь 35. Про бицепсы чуть позже. У нас была тренировка рук. Если кто смотрел, там старались показывать все. Мы сейчас сделаем еще по одному сету. Вот Руслан сейчас заканчивает. И пойдем пожмем гантелями. Это будет последнее упражнение для плеч на сегодня. Обычно мы еще делаем тягу к подбородку широким хватом. Но сегодня мы ее, наверное, упустим немножко. Все время у нас уже поджимает. Сто раз отвечал уже сегодня на этот вопрос про вариации нагрузки. Только сегодня отвечал уже 100 раз. Насчет пропорций, ну, догоняться, конечно, надо. Бывают особо тяжелые случаи, как бы, но это не значит, что надо забить и не стремиться к лучшему. Развивайте вверх, и я думаю, что будет лучше, чем было до того, как вы начали это делать. По-любому будете прогрессировать в лучшую сторону. Нет, мы не братья и не сестры. Как твои ощущения? Че, пожмем гантельками? По спорту. Грудь у нас... Четверж, да? Да. Так как у нас первое упражнение сегодня именно жимовое было за голову, то сейчас мы будем делать жим именно вперед, на передний пучок с гантелями. Спрашивают, с Ясиновским проводишь совместные тренировки? Видеться вижусь, правда, не часто, но тренировки еще нет, хотя очень хочется. Он живет в другом районе города, мы туда не всегда добираемся. Вот завтра мы едем в гости к Артему Мясникову забирать партию яичного белка Battle Kit. Наконец-то дождались, трудно сидеть на диете, когда нету Battle Kit. Вот. Заказали несколько ящиков, поедем забирать. Может быть, с дядей Колей тоже увидимся, поздороваемся. Может, напросимся к нему грудь покачать в четверг? Да, грудь покачать было бы вообще найс. Опа! Пару хороших гантелей. Сколько? 35 килограмм на 30 раз пожар. Сейчас плечи уже убитые после изоляции, поэтому просто разрывает. Для чего делаем два жима? Уже 100 раз говорил, повторю еще раз. Во время жимов устают дельты и трицепсы. С
силовые падают, соответственно. Мы уходим на изоляцию, добиваем плечи еще до большего утомления и даем отдохнуть трицепсам. Потом на освежевших трицепсах приходим обратно к дельтам, вес берем обратно большой. Для усталой дельты стресс получается в полтора раза мощнее, чем он был в начале тренировки. Вот такой вот хитрожопый вариант у нас. Почему под углом держишь гантели? Гантели держу под углом, потому что, во-первых, они широкие. Если я их разверну, они будут друг об друга кататься. 25 возьми. Во-вторых, разницы еще раз особо нету. Обратите внимание на тренажеры Hammer для плеч или для груди. У них тоже ручки идут у всех под наклонами. Не прямо, а именно под наклонами. В такой позиции, как я держал гантели. Поэтому особо какой-то большой разницы это не имеет. Как видите, работает все равно передний пучок плеча. Я плохо думаю в неполной амплитуде. Я больше за полную амплитуду, но с легкими весами в закачку. Качай. Качай. Держи ритм. Держи. Еще пару. Напрягай. Еще пару. Давит, 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 давит. Еще пять. Давай. Раз. Жми. Быстрее. Да, отлично. Хорошо. Проблемы были с коленями в прошлом году после подготовки. Тяжелые приседы, продавки, диеты, нехватки витаминов на диету. Вот, были проблемы с коленями. Но начну с того, что за 4 недели до чемпионата России у меня еще были приседы 310 кг рабочих. Ну как, на один, там на три повторения. 310 я делал, 315 на раз, 300 на три. Вот. Естественно, там 260 на 10, там 250 на 12. И, конечно, колени на сутки, когда 100 углеводов, конечно, колени начали моросить. Вот. Но мы быстро с ними справились. У меня хороший врач, делали курс лечения гипроспаном, инъекции околосуставные, прокололи травмель, мельгаму, ахнуток, там, я про это уже говорил. И получается за 30 дней, в принципе, все восстановили. Сейчас пока не беспокоит. Матвей, посмотри потом трансляцию. Сначала мы сделали два упражнения на задней дельте с пояснением техники. Я там уже объяснял это, что когда локоть идет назад, это неестественная позиция для плеч. Вот давайте разберем одну простую вещь. Пойдемте. Сейчас вам покажу одну вещь, на которой многие делали очень серьезные ошибки. Катастрофические ошибки. Каждый раз, когда вы работаете в тренажерах, вы становитесь заложниками тренажера. Вы не можете контролировать естественное кинезиологическое движение мышечной группы. Я вам покажу сейчас, как это происходит. Там, сейчас парень наделает. Давай, я сделаю это пока. Подожди минуту. Сейчас. Пойдемте. Первый жим, да? Вы чувствуете, что штанга за вас работает? Что она за вас все держит? Вы делаете жим, садитесь вперед и делаете жим на переднюю дельту. И держите ногти вот так. Жмете вот так.
да? Поймите одну простую вещь, это неестественная позиция для локтей. То, что штанга вас держит, это ни о чем не говорит. Если вы возьмете штангу так, как вы должны ее держать в этой позиции, так как держат ее штангисты и все остальные, вы будете держать ее вот так. Вот так ее никто держать не будет. Нет, ты боком встань, чтобы видно было. Вот так. Вы держите штангу вот так. И толчок у вас идет вот так. Дельта у вас впереди. Когда вы садитесь туда, вы тоже должны держать дельта впереди, а не вот так. Только потому, что станок сделает за вас половину работы. Вы уже машинально, не понимая то, чего вы делаете, нарушаете естественное движение работы дельты. Давай на выдох четко. И пошел. Можно чуть быстрее. Главное контроль. Контроль над дельтой делай, главное. Выдох. 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 Отмотай трансляцию, посмотри, все увидишь. Выдох. Выдох. Достаточно, ладно. Нормально. Плавно. И пошел. И пошел. И пошел. Еще парочку. Отлично. Я уже стоять не могу, я уже сижу, блин. Я уже здоровье не позволяет, уже плечи отваливаются. Что, будем закругляться, наверное? Батарея садится уже. Что, дорогие? Телефон нам говорит, что мы сами не хозяева своего времени. Икры все спрашивают. Икры, блин, икры. Мы сейчас будем делать трапецию. Если есть желающие... А давай напиш... подзарядим и потом выйдем. Да, если есть желающие, напишите просто слово «есть». Если хотя бы 10 слов «есть» наберется, через 5 минут мы зарядим телефон и выйдем на тренировку икр. Есть, пошло. Есть желание, да, у народа? Это как все. Зал называется, спрашивают? Зал называется «Олимпия Котлярова, 15, Краснодар». Одни есть. Все, понятно. Все, ребят, сейчас так, зарядимся, давайте выйдем. Тогда, ребят, мы на 5 минут сделаем паузу, подзарядим телефон, пока сделаем трапецию, и ровно через 5 минут... Ждите, мы...